Месяц назад съемочная группа национального телевидения «Чуваши» провела рейд. Проверяли надувные батуты. В этом сезоне исключительно популярное детское развлечение. Тогда в ходе проверки наш корреспондент Екатерина Шеверова обнаружила батут без креплений, причем стоял он чуть ли не на проезжей части. Владельцы аттракциона не смогли показать ни единого документа, подтверждающего безопасность конструкции. После того, как сюжет Екатерины был показан в нашем эфире, темой заинтересовались надзорные органы, в частности, прокуратура. И вот сегодня новый рейд. Мы в редакции так его назвали. Батуты, часть вторая. Прокуратура района на основании видеосюжета, показанного в информационной программе «Республика», развлечения опасные для жизни, проведена проверка соблюдения требований законодательства при эксплуатации батута по улице Энтузиастов. Установлено, что батут размещен без согласования с администрацией города. Необходимая эксплуатационная документация на него отсутствовала. В настоящее время батут демонтирован. Хозяин этого бизнеса вместе со своим батутом сдуло с такой скоростью, что местные жители и не заметили, как он съехал. Не видели, когда его убрали? Нет, не видели. И здесь, да, он исчез. После люди в погонах отправились искать все еще раздутые во всех смыслах бизнесы по паркам и скверам города. Прокуратура Московского района. Национальное телевидение «Чуваши». Осматриваем батуты, которые у нас установлены на соответствие требованиям. Вы у нас продаете, да? Да. На этом батуте нарушения не обнаружены, кроме как отсутствие ростомера и весов, говорят, определяют на глаз. Вдобавок продавец, он же инструктор по безопасности, несовершеннолетний. Следующий батут сначала оказался бесхозяином. Он вообще функционирует или просто да. так стоит? Функционирует? Да. Когда он функционирует? Его надувает где-то после 6 вечера. Ежедневно после 6 вечера? Да. Кто надувает и кого, выяснить удалось благодаря охраннику. Он пальцем указал на владельца. Так, больше как доп. Услуга. То есть задумка была, что родители приходят заниматься спортом, или да? в магазин приходят. А дети в это время могут да, на батуте попрыгать. Поэтому он в идеальном состоянии, он новый. Так, это не то, что это бизнес какой-то коммерческий. Надувать батут для нас не стали. Что там под покрывалом, неизвестно. Говорят, выставил на продажу. Но все же показали, на чем держится конструкция. В ходе проверки прокуратуры Московского района надувных конструкций были выявлены нарушения. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Екатерина Шеверова, Павел Ракитин, «Республика».